Привет, мои хорошие. Совсем я здесь обленилась. Совсем. Видео снимать не хочу, мне это лень. Вот сама себе лежу и думаю, вот надо бы показать, сколько тут идти до пляжа, потому что у меня там писали. Почему вы не показываете, сколько времени надо идти до пляжа? А до пляжа тут два шага. Вот отсюда, где я вот сейчас нахожусь, просто надо спуститься на лифте, пройти через ресторан, подняться на ступенечки, спуститься на другие ступенечки, и вы уже на пляже. Два шага. Короче, показывать там практически нечего. Погода у нас 28 градусов, поэтому не жарко. Нет, не холодно. Море кипяченое, море теплое, замечательное. Ой, утром чашечка кофе, какая-то булочка или бубличек с медом. В этом году не пекут круассанчики, не пекут вкусные такие булочки с, как это называется, с шоколадиком внутри. Что-то я смотрю на свой хвост, какой-то он однобокий. Вот, пекут только бублики и какие-то простенькие булочки. Но зато можно взять вот эти такие маленькие коробочки, хоть с вареньем, там, хоть с медом. В чем хочешь. Ой, кофе отличивается что-то. А вот я больше ничего не хочу. Может, я уже вообще потолстела? Потому что сначала все хочется попробовать. И после обеда, перед ужином, еще вот в разрезе женщина сидит. Печет такие лепешки, вот тоже хочется попробовать. Потом на ужин уже некуда ничего есть. Вот, и что-то поклюю, я говорю, толстеть я не хочу. Ой, что-то на меня зевота напала, простите, пожалуйста. Вечером заснуть не могу, потому что один день у нас тут до 11 часов, музыка гремела. На следующий день рядом отель, там были какие-то тоже торжества, какая-то анимация тоже. Музыка включена так громко, все это, аж стены трясутся. Вот. Потом, конечно, сон проходит, и уже пока это заснешь. Ой, девчонки, мальчишки, не знаю, что это такое происходит, потому что вот мы пришли с пляжа, пошли, помылись, конечно, пошли на обед, пообедали и решили, что надо вот полежать немножко. Я включила телевизор, ну как же без телевизора. А там идет фильм «Миленький ты мой», по-моему. Вчера он шел, и сегодня продолжение. Немножко полежали, хотела уснуть, но фильм-то хочется посмотреть. Вот, видите, заснуть не заснула, поэтому вот бесконечно я зеваю. А Валя, кто-то ей там что-то сказал, что где-то рядом с Мигросом есть какой-то магазин, в котором есть одежда. Ну и, короче, она думала-думала, собралась и пошла. А вчера тоже она, значит, после обеда ходила. А куда она ходила? А что она ходила? А, очки. Очки потеряла. Ходила, искала очки, покупала себе. Потом она пришла, и она думала, что мне надо сходить. И я пошла. По одному все-таки лучше ходить, потому что один день мы ходили с ней вместе. Ну и что, вот я ходила за ней, она искала себе тапки для моря, потому что здесь заходить в воду очень тяжело, по камням больно. Ну и вдвоем как-то было не очень удобно.
Ей хотелось смотреть одно, а мне совершенно другое. Поэтому мы с ней разделились. И я потом вот вчера тоже вот так вот после обеда мы пришли передохнуть. Ой. Ой, девчонки, простите, ради бога. Что это такое? Вот видите, вроде бы хотела и поспать, и думаю, Валя ушла, надо хотя бы видео снять. Но и потом я собралась, тоже пошла. Здесь очень близко, до этой улицы Лиман прогулочный. Ну, я нашла тот магазинчик, который мне в прошлом году понравился. В одном магазинчике я купила кофе. В принципе, можно было бы пойти в Мигрос, но до него идти далеко. Ну, далеко-далеко. И я как-то подумала, думаю, а что мне там надо? Если я туда приду, я куплю этих 10 пачек кофе, но вот за эти $10 я могу купить 11 пачек кофе таких 100-граммовых. Здесь же, на этой прогулочной улице, я могу купить их 10. Ну, в общем, разница в одну пачку. Ну, так ножки заболят там идти порядочно. Я решила, не пойду. Вот. И кто-то мне там просил поснимать. Ну, что там снимать? Ну, продукты и продукты. Тем более есть, вот смотрите, Олег и Валя, канал, там они показывали этот Мигрос именно в Кемере. Ну, и я пошла там по магазинчикам, которые я знала, и я кое-что купила интересного. Конечно, сегодня я вам это показывать не буду. Что я купила, я покажу вам уже дома, сниму видео, когда приеду. И я думаю, что еще будет рынок, а рынок будет в четверг. Ой. Вот, и в четверг мы обязательно пойдем на рынок, потому что в магазинах, я хотела Максюшке обязательно маечек купить, но в магазинах они дорогие. Поэтому надо идти на рынок и там уже это что-то прикупить. И обувь хочу. Мы здесь прошлись, посмотрели обувь. Цены не маленькие, в магазинчиках цены не маленькие. Не то, что можно купить будет на рынке, такую же самую обувь, и она будет гораздо дешевле. Потому что вот как вчера я в одном магазине в прошлом году, я с ними торговалась до посинения, упрашивала продать мне турку подешевле, ни за что, $26 и все. А я нашла магазинчик, и я купила точно же такую за $10. И продавец там счастлив, и я счастлива. Конечно, если бы просили 26, я бы ни в коем случае не купила. Вот, и в том же магазинчике я купила очень интересную кружку, не знаю, что это, чашка. Нет, кружка, скорее всего. Вот. Мне еще и даже магнитик подарили. Вот, продавец счастлив, и я тоже счастлива. А он говорит, у нас сейчас практически распродажа, потому что сезон заканчивается, и мы стараемся распродаваться. А вот в другом не хотят распродаваться, упираются. Вот. Вот так вот, мои дорогие. Чудесно отдыхаем, утром встаем на завтрак. И на пляж. С утра народу мало, потому что приходят рано. Я не знаю вообще, как там получается. Вот такие же у нас браслеты синенькие, но почему-то на нашем пляже и желтенькие, и оранжевые. Ну, такого же быть не может. Уже приходишь, уже полотенца кругом лежат. И потом людей этих не видно до самого... до 12 часов. Вот. Откуда и как приходит. Что-то в этом году очень много народу. Очень. Лежаки стоят один на одном. Если в прошлом году это боялись ковида, тут устанавливали лежаки, чтобы на расстоянии были,
то в этом году один на одном. Вот прямо сбоку к лежаку не подойдешь. Только вот снизу заползать надо. Ну, а я как-то... Там такое место, что никому не нравится возле прохода. А мне нравится. И я тогда этот лежак тащу себе так, как мне надо, поближе к морю. А вот, так что не хочется снимать совершенно ничего. Совсем я тут обленилась, совсем. Просто отдыхаю, девочки, просто отдыхаю. Наслаждаюсь теплом, морем, потому что общались через Вайбер. Там у нас в Витебске уже холодно, всего лишь плюс 6 градусов днем. Вот, и ловим последнее солнышко, последние теплые денечки. У нас еще, значит, сегодня у нас воскресенье, потом понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И в воскресенье, по-моему, мы уезжаем. 12 числа, короче, мы улетаем. Вот. Когда дома было, не верилось, что где-то есть тепло. А теперь, когда я в тепле, не верится, что где-то очень холодно. Хорошо в тепле, конечно, жить, когда все время тепло. Скоро вернемся, надо будет одеваться теплом. А здесь так хорошо. Вот так вот. Ленюсь, совсем ленюсь, ничего не хочу снимать. Да и снимать прямо как-то и нечего, потому что... Во-первых, потому что мы находимся в том же отеле, в котором были в прошлом году. Вот так вот получилось. Так вот получилось. Хотела я другой, конечно, отель, чтобы для того, чтобы можно было снять видео, походить по отелю, поснимать, показать вам его. Но он оказался очень дорогой. И... не получилось. А снимать то же самое, то, что снимала в прошлом году, я решила, что, наверное, это не стоит и делать. Вот. Даже было я и дома переживала, говорю, ну что, еду туда же, и видео снять не о чем будет совершенно. Вот. Девчонки, не поверите, взяла книжку с собой, думаю, ну, я ее здесь дочитаю. И тоже даже лень почитать. Вот приходишь после обеда, и такая вот, такое блаженство, накупавшись, позагоравши. Телевизор включаешь, он там что-то болтает, глаза закрываются... Просто лежишь, даже если не засыпаешь, а просто лежишь, вот, лежишь и ленишься. Ленишься вообще что-то делать. Вот. Анимация у нас здесь только два раза в неделю, во вторник и в пятницу. Остальное время как-то вот тихо, спокойно, но вечером очень красиво. Вечером выносят столы, убирают лежаки вокруг бассейна. Устанавливают столы и свечи ставят, и просто мы отдыхаем. Вот даже, видите, даже и рассказывать вам нечего, потому что просто блаженство.